12 апреля в концертном зале Дворца культуры «Спартак» состоялся 5-й зональный фестиваль национальных культур «Россия, Родина моя», организованный Министерством культуры Республики Дагестан, администрацией и управлением культуры города Хасавюрт и Республиканским домом народного творчества. Открывая мероприятие, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов поприветствовал всех гостей и участников фестиваля. В данном мероприятии приняли участие творческие коллективы города Хасавюрт, Баба-Юртовского, Кумтаркалинского, Кизилюртовского, Новолакского, Тарумовского, Кизлярского и Хасавюртовского районов. По мнению организаторов, основные цели, которые преследует фестиваль – выявление талантливых творческих исполнителей, сохранение фольклорных традиций и обычаев народов Дагестана. Гостями города было представлено фольклорное, музыкальное и хореографическое искусство разных народов. Концерт запомнился талантливыми исполнителями вокального жанра. О родном крае пели и юные участники, и известные вокалисты. Песни звучали на русском, чеченском, кумыкском, аварском и лакском языках. Но на каком бы языке ни исполнялась песня, в ней звучала гордость за свой народ, любовь к родным местам, уважение к защитникам Отечества. Редко ходит, и сакочется.
В рамках программы участникам были вручены дипломы участника фестиваля «Россия, Родина моя». В завершение глава города Зайнудина Акмазова поблагодарил всех ответственных за проведение фестиваля на высоком организационном уровне. В своем выступлении Акмазов подчеркнул, что подобные мероприятия объединяют творческие коллективы городов и районов республики. Кульминацией фестиваля стало дебютное выступление образцового детско-юношеского хореографического ансамбля «Хасавюрт» городского центра культуры. Дарья Махайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».